ואהבת יש אדוני אלוהיך בכל רוח ובכל נשמה ובכל מלך ובגוי גדול ובכל אשר אנחנו מצווים. אל נבוך ושנעתלם אנחנו מדברת בו. ושתך לכתך בדרך ושמוך כמוך שתום לא עושה על ידיך ולתפל בין עיניך וכספתם על מזוז ובישך ובשריך. הוא יעשה שלום בדרום והוא יעשה שלום עלינו ועל הלקום ישראל ואמרו אמן. אמן. מבינים מיכאל, מסמרי גבריאל, בן פנאי וריאל, אחרי רפאל, ואל הר ראשי שכינה, אל, אמן כרצון. אמן כרצון. דרגי מאי, יברי, דרגי מאי, ידינה קרובקי, דרגי מאי, ידינה ורצה. Я поздравляю вас со святым праздником Песах, праздником света и освобождения от рабства египетского. Я желаю всем, чтобы каждый за эти 8 дней освободился от своего рабства. От рахита души, от рабства, от зависти, от жадности, от всего того, что мешает вам жить. Я у себя дома построил уважение Создателя. Посмотрите, это песня. Это Песах, вот пророк Моисей, это Аарон, это Иезекия. Они все вышли из рабства египетского. И вы знаете, за столько лет здесь ни одной трещинки, потому что эту беседку охраняет сам Господь. Для меня большая честь. Здесь никогда не выключается свет из уважения к Создателю. Хочу, как еврей, свое послание и поздравление вам закончить анекдотом. Два еврея на Песах встречаются и говорят: Зяма, ты помнишь, когда с фараоном набил? Где фараон? Фараона нет. А мы остались. Да, Мойша, а ты помнишь испанскую инквизицию? Да, вырезали всех евреев. Да. И где испанская инквизиция? Нет, а мы остались. А ты помнишь Гитлера? Слюну глотать. Не могу после этого, извиняюсь. Конечно, помню. Война 41 по 45 год. А в многих странах истребляли евреев в хрустальной ночи. Где эта мразь? Нет. А мы остались. Ты помнишь, как набила нас советская власть? Да. Где советская власть? Нету. Так и что такое? Так и мы в финале. Мои дорогие, если мы пережили фараона, то мы переживем и корону, вирус. Я желаю всем хак самеях, кошер хак пейсах кошер самеях, амен кейрацон, хадунайхат и шмойхат, амен ве амен. Поздравляю всех, мои дорогие. Шалом ве шалом.